Дорогие друзья, всем привет! Сегодня 31 июля, и это день рождения нашего старшего сына. Ему исполнилось 18 лет, и вот сейчас его ждет праздничный завтрак. Время почти обед, он проснулся, умывается и будет сейчас завтракать. А я тем временем готовлю праздничный обед, ужин, не знаю, как сказать. Сейчас покажу, что я варю. Буду варить его любимый салат. Он любит а-ля мимоза. Вкусные консервы Доброфлотские. И Ваня там что-то бухтит. Что ты там хочешь сказать? Ты поздравишь Илюшу с днем рождения? А что ты скажешь? Сейчас мама скажет про салат. Тогда ты будешь говорить поздравления. Вот варю морковку, картошку молодую, яички. Вот. И сделала еще из перепелов гуляш. Поджарила мясо само непосредственно. Здесь ножки и грудки. Вот. Обжарила все с морковкой, с луком. И водички залила. Все это потушилось. Получилось очень вкусно и душисто. Ваня, будешь поздравлять Илюшу? Ну, поздравляй, говори. Илюша, поздравляю. Ну, говори. Ну, что ты воображаешь-то? Ну, ты будешь, Илюш, поздравлять или нет? Ну, поздравляй. Леш, поздравляй меня. Тебя? Ты Илюшу должен поздравлять, а не он тебя. Илюша, поздравляй. Илюша, поздравляю. С днем рождения. С днем рождения. Желаю тебе счастья. Здоровья, любви, удачи. Я тебя люблю. Ура! Ура! Ну, посылаем воздушный поцелуй. Ну, иди обнимай теперь. Обнял ногу. Ну, обнимать. Вот два братика. Вот они, два братика. Акробатика. А через неделю будет Илюша Ваню поздравлять, да? Да. Да. Поздравляй, Илюш. Да. Ну все, сыночек, давай праздничный завтрак и будем готовить праздничный обед. Да? Да. Да? Да. Вот мой большой мальчик, мой большой сыночек. Не станете меня смущать. Да ж моя сладкая мамина лялечка. Мама. Да. Вот такой способ варки овощей на салат мы подглядели на кулинарных каналах. Раньше бы, наверное, вот если бы я не знала, что профессионалы так делают, я бы, конечно, была бы очень удивлена, даже скорее шокирована. Потому что раньше я варила все отдельно. Яйца отдельно, ну, картошку с морковкой, да, я допускала. То есть, как бы, а когда посмотрела на кулинарных каналах, что все варится в одной кастрюле, раз посмотрела, два, три, и тоже стала так делать. Меньше пачкается посуды, а потом какая разница, тут все кипит, и овощи же моешь предварительно, и яйца, поэтому я думаю, очень хорошая идея, иногда очень полезно смотреть кулинарные каналы. Ну вот делаю Илюше салат, его любимый, вот консервы Доброфлот, размяла вилочкой, настрогала сейчас лук, лук сюда положу и сверху чуть-чуть майонеза сделаю. Ну вот сейчас размажу майонезик. Натерла картошку, вот прям теркой над салатником терла, потом руками вот так хорошо примяла, чтобы удобнее было класть майонез, чтобы все это вместе с майонезом картошка не сворачивалась. Вот сейчас вот еще вот майонезик слой положу. Теперь я натру морковь на терку и сразу сверху потру яичко. И только после этого положу опять майонез. Яичко предварительно опять вот так вот прихлопаю, а потом сверху покрошу мелко-мелко зеленый лучок. Так что вот, итог покажу. Вот такая красота морковка. И сейчас сверху пойдут яйца. Это яичко покрошила, и теперь вот так вот все приминаю, чтобы плотненький слой был. И тогда хорошо ляжет майонез. Так вот. Ну вот, майонезик хорошо размазался. И сейчас тоненько, красиво порежу зеленый лучочек. И получится очень-очень красиво.
Такая вот красота получилась. Это почему-то самый любимый Илюшин салат. Да, сынок? Угу. Почему он тебе больше всего нравится? Не знаю, вкусно. Вот. Так что так просто порадовать моего сынульку. Так что, девчонки, записывайте. Любимый салат «Мимоза». Тише, тише, контору не пали. Контору не палите? Самый главный, самый вкусный салатик сейчас я сделаю вот из наших помидорок, огурчиков немного очищенных, вот еще перчик сорвала. Ой, все свое, все первое, так хочется, такая вкуснятина будет. А еще Ваня кашляет, вот сорвала 3 листочка мать-мачехи, помыла вот. Сейчас вот заварю вот эту вот термокружку, кипяточком стоит часочек, и можно будет пить. Так что поехали делать самый вкусный салат. Сыночек получает подарки. Так что ж тебе папочка с мамочкой-то подарили? Паяльная станция. И что это такое? Ну, паять ей можно, видеокарты, телефон ремонтировать, материнские платы. Это все, что угодно ей можно паять. Вот тут осадочки. Ой. Как много пенопласта. Ну, тут прям все есть. Фига, она... 500 градусов почти может выдавать. Ну, а тебе сколько надо? Да мне и 300 за глаза хватит. Это вообще крутая вещь. О, папа, ты молодец? Выбрал какой-то подарок. Я молодец? Тут даже паяльничек есть. Ну да, в комплекте круто, паяльник и, класс. И фен. Круто. Насадки для фена разные. Ну что, сыночек, ты доволен, что ли? Да. Круто. Папка с мамкой угодили, что ли? Вообще. Видишь, красота. Еще круто. Вот вы, Илюша, подарочки. У него теперь своя красивая чашечка, тарелочка праздничная. Да. Полотенчик. Круто, да? Бабушка с дедушкой день женщин дарили, да? Вот, красота. Ну что, день удался? Завершим вкусным ужином, да? Да. Что там мама наготовила? Салатики-малатики. Тортик папа купил. Сейчас мясо мама достанет. И будем праздновать, да, пап? Да, мам. Папа, класс. Класс, да, это класс. Ты тоже будешь паять? Да. Да? Будешь помогать, Илюша? Да. Правильно. Надо положить коробку, чтобы не потерялась. Ну да, что, давай. Прощаться Пошу. Будем? Будем. Всем пока-пока. Пока-пока. Вань, скажи пока-пока. Пока-пока.